Деякі заспокійливі перетворюють людей на овочі. А Біфрен знімає стрес і зберігає мозок активним. Біфрен. Працюй спокійно та ефективно. Что, Коньков завалил? Да нет, не завалил. Ну, и сколько он тебе поставил? Отлично, отлично все поставил. Все, мы теперь дипломированные специалисты. Ну, так это надо отметить. Так пойдемте в наше кафе. Пойдемте в наше кафе. А он еще такой говорит. Мария, вы стали одной из моих самых одаренных студентов. Я рад, что дал вам путевку в жизнь. Это он всегда так любит говорить, а потом, знаешь... Выпустилась, значит, сестрица твоя? Да. Знаешь, я так за нее рада. Она же всю жизнь мечтала стать художницей. Угу. Ну, стала. А что проку? Куда с такой профессией в нашем захолустье податься? Она способная и обязательно пробьется. Угу. И найдет себе хорошую работу. Ты сама в это веришь? Ты сама в это веришь? Вся ее работа – это бомжей на улице малевать за копейки. Леня, а что ты так на Машу взъелся? Ну вот она дала нам родительскую квартиру, когда мы поженились. Она Димке подарки постоянно покупает со стипендией. Тоже мне подарки. Безделушки одни. Ой, там пришел кто-то. Так, я открою. Ты иди, Митяй, успокой. А? Проснулся, походу. Привет. Привет. А Нина где? Митяй баюкает. Слышишь, раскричался? Слушай, у меня ситуация такая, меня из общежития выгоняют. Диплом получила, набедокурила на радостях? Нет, нет, ты что, там просто по инструкции так положено. Я же теперь не числюсь в институте, и комната мне не положена. Вот, хотела попроситься к вам так, на первое время. Но ты же знаешь, у нас негде. Негде. И Митяй приболел. А ты бы комнату сняла. Да, у нас вон соседка сдает и как раз берет недорого. Так у меня ж нет денег. И стипендию даже сейчас не буду получать. Не знаю, что посоветовать. Ладно. Хорошо. Я тогда пойду. Может, пообедаешь с нами? Нинка как раз брусь готовит. Нет, спасибо. Я не голодная. Угу. До свидания всем. Нинке привет. До свидания. Ой-ой-ой. Давай. Уснул? Да, я покормила немного, он задремал. А кто приходил? Маша? Прикинь, ее из общаги студенческой выселяют. Ой. Так а где она жить будет? Не можем ее к себе. Не можем. У нас и койки лишней нет, понимаешь? Ну, мы на худой конец могли бы постелить ей на полу. Угу. Послушай, она не маленькая. У нее, в конце концов, подруги по институту есть. У кого-нибудь да и приткнется. А если нет? Лень, ну она моя сестра, я не могу так. Лень. Но если ничего не найдет, все равно тебе позвонит. Тогда и будем что-то думать. На улице не останется. Не останется.
Девушка, а мой портрет не нарисуете? Жанка! Вау! Ты как здесь вообще? Ты откуда? Ну, здравствуй. А я думала, и не узнаешь. Ну, привет. Привет. Ты классно выглядишь. Лет 5 тебя не видела, да, уже? Да. Да это тоже в форме. Все рисуешь? Да нет, это я так, для практики руку набиваю. Как институт? Закончила? Закончила. С красным дипломом. А ты-то чего? Рассказывай. Слушай, а может быть, поедем? Поедим где-нибудь, а? Поболтаем заодно. Вообще, с удовольствием. Да? Да? Давай, помочь тебе? Да нет. Слушай, профессор тебя вспоминал. Зря ты ушла с первого курса. Говорит, что у тебя талант был. Нет. Так ты в итоге что-нибудь окончила? И искусство это не мое. Хорошо, что я это вовремя поняла, и я закончила экономический. Тоже с отличием, кстати. С отличием? Да. А как ты меня нашла вообще? А, девчонки в общаге подсказали. Девчонки, ага. Ну что, я все о себе да о себе. Как у тебя? Работа? Замуж вышла? Да, я замужем уже 3 года. Его зовут Виталиком. Так. Золотой человек. Золотой в смысле характер или там денег? Он богатенький? Золотой в смысле ювелир. А. Он очень хороший ювелир. У нас с ним мастерская. Я директор там. У нас, в общем-то, в штате больше человек никаких нет. Он занимается с драгметаллами и камнями. Я, в общем-то, бумажные волокиты. И чего? Как успехи? Слушай, ты знаешь, ничего. Но у нас фирма необычная. Мы делаем эксклюзивные украшения. Ручная работа. Ну, штучный товар. Знаешь, угу. Вот есть клиенты, которые хотят, чтобы такая фентифлюшка была только у тебя. Ну, много заказчиков? Ну, хватает. Слушай, я, в общем-то, приехала сюда из-за тебя. Из-за меня? Мы с Виталиком подумали, что нам в фирму не хватает хорошего дизайнера. Ну, знаешь, чтобы украшение появилось, его же нужно сначала придумать, представить себе, представить, как это будет выглядеть, разработать эскиз, прорисовать детали. Так, а Виталик? Виталик, он рукастый, он блоху подкует, но в плане фантазии он, конечно, здесь не очень. Здесь нужен другой человек, вот как бы с художественным взглядом, с нестандартным мышлением, с выдумкой, такой, как ты. Ты меня не переоцениваешь? Слушай, ну я же тебя знаю. И потом, я уже Витальку сказала, что я лучше человека не найду. То есть ты мне сейчас работу предлагаешь? А чего тебе здесь терять? У нас город в 5 раз больше. Перспективы, и потом, зарплаты не обиден. Не знаю, я даже не думала как-то об этом. Да вообще, что думать? Надо соглашаться. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Знакомьтесь, это Виталик, это Маша. Очень приятно. Да, очень приятно. Чувствую себя как дома. А, у меня уже все готово. Ух ты. Мойте руки. Жанна права. Дизайнер нам нужен как воздух. Я ремесленник, выдумывать не умею. Дай мне эскиз, сделаю все в лучшем виде. Я, правда, никогда не работала с драгоценностями и не знаю, получится ли. Да справишься, я в тебе уверена. И потом тебе не нужно будет работать с драгоценностями. Ты будешь работать с карандашом и бумагой, как ты привыкла. Остальное дело за Виталиком. Ну, дай бог, получится. Главное, что это интересно. Ну, так отлично. Ну, тогда оформляю ее с завтрашнего дня на работу. А то у меня пара заказов висит, никак не могу до ума довести. Нужен свежий взгляд. Спасибо, но мне просто тогда нужна будет помощь с жильем. Я же здесь никого не знаю. Послушай, останешься у нас места много вон, наверху. Одну спальню тебе освободим. Ну, как-то не очень удобно. Ну нет, я, конечно, не отказываюсь, но это только на первое время. Я потом денежку заработаю и сниму что-нибудь свое. Слушай, оставайся сколько хочешь, мы тебя не гоним. Правда, Виталь? Да, конечно. Еще вина принесу. Ага. Хороший у тебя муж. Внимательный, хозяйственный. Да, я его люблю. И он меня тоже. И вообще у нас все замечательно. Вот, офис у меня небольшой. Слушай, он, кстати, недалеко. Может, пешком пройдемся? Да, давай, конечно.
Вот, у меня там кабинет, а рядом комната отдыха. В ней будешь работать. Хорошо. А Виталик где работает? А Виталик дома. Он одну из комнат переоборудовал под мастерскую и так работает. Ему там комфортнее. Ну, хорошо. Да. Да, можем сделать. По срокам пока сказать не могу. Если не сложно, зайдите к нам в офис. Там моя жена, она вам все объяснит. Да, до свидания. Жан. Жан, сейчас Демин звонил. Какой-какой? Тот самый директор комбината. В общем, у его жены юбилей, он хочет подарить ей что-нибудь особенное. Сейчас к тебе заедет, все объяснит. Ты уж повнимательнее с ним, да? А то может быть очень выгодный заказ. Давай. Заходи. Ну вот, собственно, мой кабинет. Угу. Тут вот мы с Виталькой. Это наши, ну, самые удачные изделия. Угу. Вот. Ну, собственно, я здесь документами занимаюсь, а там комната отдыха. Угу. И мне кажется, что если здесь разобрать, то можно организовать рабочее место твое. Здесь? Да. Как тебе? Вообще, меня и так все устраивает, все очень здорово. Привет, милый. Ник, нам нужно быть осторожнее. Жень подруг приехал, у нас живет. Ты что, соскакиваешь? Да не соскакиваю я. Просто предупреждаю, Жанна и так уже что-то подозревает. Пока. Да, давай. Добрый день. Очень рады, что вы пришли, присаживайтесь. Спасибо. Здрасте. Муж предупредил, что вы придете. Я тогда, может, пойду. Нет, ты останься. Ты тоже нужна. Ну, какие у вас будут пожелания? Нужен такой подарок, чтобы у моей жены дух захватило. Ну, естественно, не дешевка, не ширпотреб, а работа по высшему разряду. Да, на этом мы специализируемся. А поконкретнее? Кольцо, серьги, браслет? Это тоже. Пусть будет комплект, но главное... Главное – корона. Хочу подарить свои любимые короны. Ну, естественно, с алмазами. Вот хочу, чтобы она себя почувствовала настоящей королевой. Ага, интересно. Ну, мы с таким, правда, еще не сталкивались. Возьмете? Ну, конечно, конечно, возьмемся. Но вы поймите, это удовольствие все-таки не из дешевых. Сколько? Давайте мы подготовим эскизы, а потом посчитаем стоимость. Считайте. Считайте. Мне для моей любимой ничего не жалко. Так что в средствах можете себя не ограничивать. Ну, естественно, работа должна быть качественная. Ну, так это, конечно, на нас еще никто не жаловался. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Корона. Чё это? Настоящая корона. Ну, вот такие у нас клиенты. И первое испытание для тебя. Ну что, справишься? Я попробую.
Ну ты даешь, подруга. Я тебе звонила, и у тебя телефон отключен. Думала, загуляла. А что, утро уже, да? Ну да. Телефон разрядился. Вообще, это все очень интересно. Я тут накидала... Ну, я накидала вариантов 20. Вот мне нравятся больше всего вот эти три. Тебе как вообще? Слушай, супер. Все шикарные. Я же говорила, ты талантище. Да не, опыта еще пока нет. Опыта нет, зато чутье есть. Слушай, я прям все три покажу Демину, пусть сам выбирает. Угу. А ты давай-ка, иду домой. Спать. Смотри, глаза какие красные. Да не, я не устала. Да, я еще не устала. На. Ключи. Там Виталик работает в мастерской. Зайдешь сама, чтобы ему не мешать. Иди, иди. Ладно. Рядом. Привет. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Говори уже, остановлюсь вон там за углом, тут соседи глазеют. Здравствуй, милый. Ты что, не рад меня видеть? Рад, конечно, но об осторожности тоже не стоит забывать, да? Слишком уж ты боишься свою Жанночку. Не боюсь, но она не дура, рано или поздно нас раскусит. Рано или поздно тебе придется выбрать либо я, либо она. Ты же не собираешься вот так вот встречаться со мной за ее спиной? Да нет, конечно. Просто я подумал, не сейчас, попозже. Хотел подготовиться. Имей в виду, у меня ситуация гораздо хуже твоей. Когда Борис узнал о нашем с тобой романе, он сразу же собрал вещи и ушел. Да, я знаю. Ты думаешь, мне легко было сломать всю свою прежнюю жизнь? У меня уже все устаканилось, устоялось. Но я на это пошла ради тебя, потому что я тебя люблю. Слушай, я тебя тоже. Поехали отсюда. Поехали. Вот это? Да, я тоже считаю, что это лучший вариант. Да. Эффектно смотрится и оригинально. Яночка оценит. Согласна. Ну что, Алексей Владимирович, составляем договор? Составляйте. Рассчитывайте стоимость. И что без ограничений. И выставляйте счет. Завтра деньги будут у вас. Угу. А что по срокам? Ну, по времени у вас. Все про все месяц. Ну, уложимся. Виталик все быстро сделает. Нет, нет, нет. Тут дело не в скорости, а в качестве. Имейте в виду, я человек придирчивый. Глаз у меня наметанный. Ну, качество наш основной принцип. Ну, вот и договорились. Всего хорошего. А да, жду договор. Да, обязательно. Сегодня же пришлю. До свидания. Вот, проходи. Так, а сейчас аккуратненько. Сюда проходи. Вот сюда. Так, ой, смотри, вот такая у меня комната. Ух ты, картинки. У меня у бабушки такой же комод был. Правда? Да. Ну, мебель, конечно, старовата, но я же и беру немного. Да нет, я не к этому. Я... Ну, я смотрю, ты девушка аккуратная. Порядочная. Ты знаешь, я бы тебе с удовольствием сдала. Да и мне все нравится. А вот только можно еще ванну и кухню? Конечно, конечно. Пойдем со мной. Посмотрю, я тебе все покажу. Ванну и кухню. Хорошо? Да ты что? Поздравляю, где? Я сейчас приеду. Ну, конечно, интересно. Маша? Угу. Представляешь, она сняла квартиру. Говорит, не хочет нас стеснять. Ну, может, ей в самом деле неудобно. Сейчас езжу к ней, посмотрю ее хоромы. Потом в офис заскочим. Там нужно что-то подправить в эскизе, Демин просил. А еще пока поработай немного. Хочу сегодня ожерелье закончить для Клюевой. Угу. А заказ Демина? Как только утвердит эскиз, сразу и начну. Не переживай, в сроки уложимся. Демин подписал договор. Деньги на счет должны прийти сегодня. Очень хорошо. Это все, что ты мне хочешь сказать? Ну, а что еще? Дела идут замечательно, раз такие хорошие заказчики появляются. Я не о делах. Ты в последнее время сильно изменился. Я тебя не узнаю. Я не понимаю, о чем ты.
Мы как-то отдалились друг от друга. Как будто чужие. Говорим только о делах. А, по-моему, ты сама себе что-то внушила. Вижу, ты не хочешь меня понять. Ладно, до вечера. Ты надолго? Не знаю. Здравствуйте. Проходите. Салют. Вот. Да. Это будете тебе, гостями, на. Будете гостями, дорогими. Спасибо большое. Ой, ну давай, показывай свои хоромы. Ага, вот сюда проходи, это и есть хоромы мои. Ага. Обстановочка, конечно, спартанская. Ой, да ладно, ну в общаге ж хуже было. Не знаю, мне нравится. Лучше бы ты, конечно, у меня пожила. Че? Мне бы так спокойней было. Думаешь, на меня нападут здесь? Да нет, речь не о тебе. Не знаю, мне как-то даже здесь необычно, что ли, я это... Ну, у меня же давно не было своего жилья. Но это как бы тоже не свое, съемное. Я здесь сама по себе. Я королева этого пространства. Ну да. Да что с тобой такое? Ты какая-то рассеянная. У тебя все в порядке? Не, все в норме. Ага. Настроение дурацкое. Жан. Ну? Это из-за Виталика. Что с Виталиком? Ну, вот ты говоришь, он замечательный. Ну, да. Да, наверное. Только у нас с ним что-то изменилось. Мы перестали находить общий язык. Он замкнулся в себе, мы практически не бываем вместе. Так, может, это нормально? Он же все время работает. Да и ты тоже. На любимого человека всегда найдется время. А он как-то отдалился от меня. Уходит часто. Один. Говорит, у него дела. Так, может, правда? Дела? Да какие у него дела? Не знаю. Думается, мне здесь что-то другое. Слушай, Маш, а давай рванем в ресторан. В ресторан? Гульнем. Да, конечно, за новоселье. Конечно. Я всеми руками за. Так, сейчас, тогда это в холодильник. Ну что, получилось? Да, она как раз ушла. Куда едем? Ко мне в офис, быстро. Ну вот что теперь делать? Я не могу жить в таком напряге. А ты пробовала с ним разговаривать? Ну, просто так, напрямую. Откровенно. А он не идет на откровение. Увиливает. Значит, есть что скрывать. Не знаю, с виду вы выглядите вполне себе счастливой семьей. Это только с виду. Ладно. Давай выпьем за тебя. И за твою квартиру. Ну, не совсем мою.
Нас тут не застукают? Кто? Это мой офис. Да и Жанна сейчас к подруге уехала. Ого, сколько здесь финтифлюшек. Как будто в ювелирном магазине. Это заказы, которые клиенты еще не забрали. Финтифлюшек. Эти финтифлюшки знаешь, каких бабок стоят? Такое ощущение, что мы грабим банк. Примерно так оно и есть. Так, все, теперь поехали отсюда. Быстро. Останови. А кто это? Это она? Твоя дражайшая? Может, не стоит брать трубку? Останови и заглуши мотор, пожалуйста. Да, Жанночка? А мы вот с Машей только что вышли из ресторана. Ну и как посидели? Красота. Слушай, тут такая ситуация. Мне сейчас за руль нельзя. Я, конечно, могу быть на такси, но тут Машка живет недалеко. Может быть, я у нее останусь? Ты что думаешь? Даже не знаю, но тебе как хочется. Ну а ты что посоветуешь? Даже не знаю. Ну, может, стоит уважить подругу. А ты работаешь? Да, думал начать дюминский заказ. Трудоголик. Смотри, не переусердствуй. Так что, тебя ждать? Да ладно, я составлю Машке компанию. До завтра. До завтра, целую. Взаимно. Жан. Да, идем. Ну, перестань. Звезды сегодня снова за нас. Моей до утра не будет дома. У нас фора. У нас фора по времени. И не маленькая фора. Виталик, доброе утро, я уже дома. Виталик! Абонент знаходиться поза зоною досяжності. Зателефонуйте, будь ласка, пізніше. Жанночка, ну что, добралась? Маш, он ушел. Кто? Виталик. Он ушел или вчера, или ночью. И что, не предупредил даже? Нет, он еще и все материалы из мастерской забрал. А раньше такого не бывало? Нет, он всегда предупреждал, если куда-то уходил или уезжал. Может быть, он в офисе? Ты ему звонила вообще? Звонил, не отвечает, телефон отключен, Маш. Как-то мне неспокойно, у меня плохие предчувствия. Так, подожди, успокойся. Ничего не предпринимай, я сейчас буду. Ладно, потом думаю. Здрасте. Здрасте. Жан! Ну что? Он сбежал. Да подожди ты, ну не факт. Ладно, почему тогда он исчез? Я все поняла. Он в последнее время очень странно себя вел. Давай дойдем до офиса, может он там... Да? И тем более, зачем ему сбегать? Ему что, плохо с тобой жилось? Это у него спроси. Я уверена, что он сбежал с любовницей. Да подожди ты раньше времени себя накручивать. Я очень надеюсь, что это не так. И что у всего этого есть какое-то другое объяснение. Ну, конечно.
Даже не верится, что ты решился. Так достало все. Жанна всю фирму к рукам прибрала и распоряжалась деньгами, как хотела. Надо было ее раньше бросить. Не понимаю, чего ты ждал. Да и сам не знаю. А теперь как на свободу вырвался. Главное теперь не попасться, потому что нас этой свободы запросто могут лишить. Дело подсудное. Доброе утро. Доброе. Что, до работы уже? Да. Валера. Ау. А скажите, вы вчера или сегодня Виталика моего не видели? Видел. Ну, это вчера было. Ближе к вечеру. Он сюда с барышней приезжал. Какой барышней? Ну, я не знаю. Я раньше ее тут не видел. Ну, высокая, симпатичная. Такая, с прической такой. Да. Он ее то ли Викой. Ника ее называл. Куда они пошли? В офис? Да, в офис. Он еще с таким портфелем. Зашли. Минут 10 побыли. Вышли, сели в машину и уехали. Вот и все. А что случилось-то? Все хорошо у нас. А, ну. Я, кажется, ее узнала. Это его любовница. Это наша бывшая клиентка. Она полгода назад у нас браслет заказывала. То есть они тогда познакомились? Я не знаю, может быть, еще раньше. Похоже, меня всегда обманывал. А телефон ее сохранился? Должен. Я же всех клиентов контакты записываю. Вот. Вероника Щербакова. Звони. Трубку не бери. Да. Сообразительная у меня женушка. Вычислила тебя. Похоже, они все заранее продумали. Развели меня как идиотку. Какая же я дура. Не отвечает? Нет. Пойдем. Сволочь, подонок, он все забрал. Заказы, деньги. А вы что, деньги тоже в сейфе держали? Да, немного на всякий случай. Основное, конечно, было на счетах. На счетах тоже пусто. Так, звони быстро в полицию. Жанна! Ой, боюсь я. Номер моей машины первым же делом разошлют по всем постам. Стоп. Машину в первом же городе сменим. Она пока чухнется. Да и вообще, с такими бабками можно запросто жить с нуля начать. Документы новые сделаем, жилье купим, а там еще ветра в поле. Так, говорите, муж? Да, сама не ожидала от него такой подлости. Бывает. Пальчики мы все-таки снимем, такой в порядок. Угу. Вдруг случайный грабитель. Нет, исключено. На счетах тоже были деньги, они пропали. Снять мог только он. Сегодня же объявим розыск. Мне нужны его данные, приметы и, кстати, данные его любовницы. Вот он. Про нее я мало что знаю. Угу. Извините. Да, Алексей Владимирович. Здрасте, Жанна Романовна. Хотел поговорить насчет моего заказа. Вы уже начали работу? Да, то есть нет. Скоро начнем. Не затягивайте, время не терпит. И еще, хотел кое-что уточнить относительно дизайна. Минуточку, я дам телефон художнику. Можешь поговорить, я не знаю, пожалуйста. Да, я слушаю. Я могу это забрать? А, да, конечно. Деньги со всех своих карт он снял, чтобы не светиться. Ориентировки мы разослали, но пока тишина. У него на руках большая сумма. С ней затеряться не вопрос. Но, а это его любовница? Вероника Щербакова? Угу.
тоже скрылась. Ее бывший гражданский муж ничего не знает, говорит, они уже больше месяца вместе не живут, расстались из-за ее измены. Угу. Ему повезло, он все раньше узнал. А я только сейчас. На квартире гражданка Щербакова не появлялась со вчерашнего дня. Квартира, кстати, не ее. Подруга пустила пожить, пока сама в отъезде. Ну а работу? Она ее тоже бросила? Она уже год нигде не работала. Сожитель кормил. Понятно. Потом она его применяла на Виталика. Он же богатый. Ну, с такими деньгами он для нее находка. Слушайте, ну и что? Никаких сведений? Куда они могли податься? Пока никаких. Если что-то узнаем, мы вам сообщим. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Ну что? Ничего. Как сквозь землю провалились. А что клиенты? Ты говорила, что у нас там 3 каких-то недоделанных заказа, это не считая Деминского. Все текущие, все изготовленные заказы эта парочка прихватила с собой. Ничего не забыли, твари. А клиенты звонят, интересуются. Что отвечаешь им? Отвечаю, что сейчас ничего нельзя сделать. У нас даже ювелира нет. Ну а было бы что толку? Ни гроша. Даже материалы закупить не на что. Фирма почти разорена, я тоже. Маш, ты извини, но мне даже тебе заплатить нечего. Да, господи, я как-нибудь там... Единственное, что с квартирой надо договориться. А нельзя клиентам объяснить, что нас обворовали? В конце концов, вот, уголовное же дело есть. Что им мои объяснения? И расплачиваюсь за собственную глупость. Вообще не знаю, как дальше жить, что делать. Погоди отчаиваться. Давай я съезжу к сестре, может быть, они там дадут взаймы. И спрошу у знакомых. Подожди, у тебя тоже наверняка есть какие-то друзья, подружки. Ну, есть-то они есть. Ну, так позвони им. Ну, попроси, мы хотя бы с клиентами рассчитаемся. Ладно, я попробую. А ты напечатай, пожалуйста, объявление о продаже машины. Хорошо. Алло, Юль, привет. Слушай, не в службу, а в дружбу. Тут такая ситуация. Одолжишь денег? Да, я поняла. Ага, спасибо. Но вы же понимаете, что мне больше не к кому обратиться. Не, ну к кому? Девчонки, с которыми я училась, они сами у родителей на шее сидят и еще не успели найти работу. Ну, мы тут поднакопили, конечно. Так уже поднакопили. Слезы. К тому же квартира давно ремонта требует, и я как раз собирался заняться. Лень, ну ремонт же можно отложить. Я ведь не просто так беру, я беру в долг. Я верну. Можно будет продолжить ремонт. Не, ну не чужие же люди. Лёнь, мы поможем? А сами без штанов останемся? Так? И вообще, кому помогать? Какой-то растяпе, от которой муж сбежал. Лёнь, ну не заводись. Ты же не знаешь. А я знаю, что у меня семья. И мне ее кормить надо. И вообще, это твоя Жанна. Кто она мне такая? Кто? Чтоб ей последние гроши отдавать. Ну да. Ну да. Ваша правда. Зря, получается, только приехала. Маш. Счастливой оставаться. Не провожайте. Маш, подожди. Маша. Мне все известно. Муж твой сбежал. Предприятие обанкротилось, так? Откуда вы знаете? Не имеет значения. У нас с вами есть договор, по которому, как я понимаю, вы свои обязательства выполнить не можете. Ну, в данный момент, к сожалению... Так что мне нужны мои деньги. Они пропали не по моей вине. Полиция ведет расследование. У меня нет времени ждать, когда оно закончится. Меньше чем через месяц у Яночки день рождения, и она получит свой подарок.
Но мне нужны мои деньги, понятно? Предлагаю. Давайте решим все полюбовно. Люди, которые меня кидали, потом об этом сильно жалели. Я верну деньги, но не сейчас. У меня просто их нет. Меня это не интересует. Ищите, где хотите. Осторожней, там посуда. Не боись, хозяйка. Все сделаем как надо. Жан, может, как-то можно иначе? Ну как иначе? Денег мне мизер одолжили. Оказалось, что настоящих друзей у меня нет, кроме тебя. Все знают мою ситуацию, боятся, что я долг не верну. Так у меня то же самое получается. Ну, вот что мне остается. Продаю квартиру, машину. Демин, он не отстанет, он же из этих, из криминальных. С давай, такими бери. Лучше не связываться. Давай, а жить-то где будешь? В офисе. Там аренда вперед проплачена. Не выгоняют пока. Давай лучше у меня. Ну правда, ну так же удобно. Так, давай чуть ближе. Сначала я тебя приютила, теперь ты меня. Спасибо, Маш. Пойдем, они там разобьют чего-нибудь. Вот ваши деньги. Ну, как я понимаю, это не все. Послушайте, войдите в мое положение. Я уже все продала. Квартиру, машину, мебель. И в конце концов, я не только вам должна, но и другим людям. Да мне плевать на других. Сутки. Сутки, чтобы погасить долг. Но у меня больше нет. Да. Ну, так делайте, что хотите. Почку вон, возьмите, продайте. Короче, не вернете в срок, будем разговаривать по-другому. Ну, ты хоть когда-нибудь в руках метлу держала? Веник держала. Давайте я попробую. Ну на, попробуй. Пожалуйста, сейчас. Секунду. Фух. Так, понятно. Я понял. Да, хорошо. Да. А полы мыть умеешь? Я дома мыла полы, конечно. Прекрасно. Тогда я могу тебя снарядить, драить подъезды. А с метлой тебе еще тяжеловато будет управляться. А зарплата? А зарплата только одно слово. На миллионы не рассчитывай. Может, есть какая-то другая работа? Просто мне на самом деле деньги нужны очень. Тогда это не к нам. Хорошо, спасибо вам. Я подумаю. Подумай. Mm-hmm. Если что, приходи. Да, да, конечно. Mm-hmm. Спасибо вам. Алло, привет. Да, слушаю, Маш. Слушай, да, я пытаюсь устроиться на работу. На 8 сайтах разместила резюме, а пока только уборщица и... Посудомойкой предлагают. Маш, не выдумывай, с твоим талантом швабры орудовать. Талант? Что-то он у меня больно специфический, не могу найти ему применение. Маш, у тебя золотые руки. Тебе не тряпками махать? Да нет, я согласна и на тряпки. Просто там зарплаты копеечные, нет смысла вообще начинать. Нам с тобой это капля в море. Ну вот и не расстраивайся. Ты сейчас куда, домой? Да. Я скоро приеду, обсудим. Так, браток, делай что хочешь, а бабло она должна вернуть. Все до копейки. А есть ли у нее эти деньги? Я проверял, квартиру она действительно продала. Прибедняется. Наверняка что-то спрятала в кубышку на черный день. Жадничает. Прижать ее можно. Ну так давай, думай. И побыстрее. Или, может, тебя научить нужно? Побыстрее можем припугнуть. Слышь, ты пугальщик. Только давай это. Без уголовщины, понял? Обижаете. Все будет чисто. Я продумаю тактику. Давай, иди, тактик. Только не забудь еще это. Стратегию продумать. Mm. Чего ты расселся? Давай, иди. Ты знаешь, я ждать не люблю. Деятель. Я понял. Хорошо. Где, говоришь, их видели? В Алексеевке. 300 км отсюда. В Алексеевке.
Да, не очень далеко им удалось за это время уехать. Места там глухие, спрятаться несложно. Кто обнаружил? Охранник на заправке по фото опознал. Ну, пока суетился, в полицию звонил, они уже и скрылись. Ничего. Зато теперь след есть. Будем надеяться, что тамошние коллеги проявят расторопность. Обещали держать в курсе. Если что, сразу сообщай. Слушаюсь. Свободен. Эй! Кто подбросит? Если не трудно. Я на Ольховку, а тебе куда? А где это Ольховка? А ты что, не местный? Нет, первый раз у вас. А это деревуха такая, 40 км отсюда. Мне подходит. Садись.